скачки в боксах. На старт пятой скачки призу сравнение для лошадей от халтыкинской породы. Вперед выходит Ророк. По бровке Карамерген. И тут же полем Соловый Рахман. Лошади идут перед трибунами. Впереди две лошади Ставропольского конного завода Карамерген и Ророк. Рахман тут же третий. До финиша остается 2000 метров. Карамерген лидирует. Вторым на два корпуса сзади Ророк. И Рахман замыкает. В правом повороте без изменений. 400 метров пройдены за 33,9 секунды. Карамерген впереди, тут же Ророк. Рахман замыкает, но тут же. Камерген где-то на корпус впереди. Даже нет, сейчас Ророк. Ророк выходит вперед по бровке. Камерген второй. И Рахман. По противоположной прямой порядок не меняется. Ророк впереди, Камерген вторым. 500 метров пройдены за 36,2 секунды. Рахман третий. Три участника скачки идут очень кучно. Ророк впереди, где-то на три четверти корпуса, вторым сзади Карамерген. И еще в половине корпуса сзади тут же полевой стороной Рахман. Участники скачки приближаются к отметке 1000 метров. Ророк, Карамерген и Рахман. В этом же порядке участники скачки, участники приза сравнения входят в последний поворот. 500 метров пройдено за 37,4 секунды. Попытку атаки предпринимает на Ророга Карамерген и тут же Рахман. Все три участника сравнялись и пошли в борьбе. Ророг впереди, на второе выходит Рахман полевой стороной, Карамерген тут же третий. Ророг и Рахман. Ведут борьбу за лидерство. Рахман выходит вперед. Ророк тут же вторым и Карамерген третьим. Выход на финишную прямую. Борьба за лидерство продолжается, но поскольку Ророк движется по внутренней траектории, он выигрывает, режет угол поворота и отделяется от Рахмана. По финишной прямой впереди Ророк. 500 метров пройдено за 35,3 секунды. Рахман уходит от Ророга. И лидирует с преимуществом уже теперь, наверное, корпусов эдак 5. Ророк. Впереди Ророк выигрывает при сравнении. Рахман вторым и Карамерген замыкает. Ну, кому интересно сказать, я вот 4 года подряд...